мало в этом году стернов. Принесли стерн Motion 1.0. Немножко другой дизайн наклеечек на раме. В этом году стерн нас радует кривыми вилками. Все вилки абсолютно кривые. Если вот так вот смотреть на ноги, то вы видите, что вот эта нога уходит вперед, вот эта нога уходит назад. Горилла стоит неровно. И крепление правое, оно кривое. В общем, ничего страшного. В магазине сказали, катайтесь. Потому что у нас все велики такие. Что здесь сделали? Ну, во-первых, набахали много смазки в обе втулки, потому что втулкам плохо, смазки мало, вибрация сильная. Развели красиво рубашки и тросики традиционно, видите, да, крест-накрест, чтобы рама ничего не касалась. До этого рубашка шла вот так вот криво, все было плохо. Настроили тормоза, протянули рулевую, протянули винты на руле, на выносе, шатуны, педали, все это протянули. Настроили тормоза, обезжали диски. Уже, вон, видите, они такие потертые довольно сильно. То есть клиент до нас пока доехал по пыльному городу, уже тут все притерлось. Далее настроили переключатели, все работает. Ну, трещоточка совсем-совсем китайская, шумит, как будто в ней песка уже набили нормально. Причем задняя втулка JoyTech даже очень, можно сказать, хорошего качества, хотя и по трещотку. То есть в целом велосипед стал, ну, я не знаю, как попроще, наверное. Ручки скребут. То есть вот так вот нажимаете ручку, она там скребет по основанию. Поставили микрошифты. Но с другой стороны, это хорошо, что теперь же тормозная ручка отдельно от скоростной, потому что раньше вот эти шимановские пластмассы, они ломались очень быстро. Чего хорошего в них не было. Ну вот вилочки немножко кривоватенькие. Рама, кстати, тоже кривая. Сейчас покажу. Видите, колесо неровно стоит. Снизу оно стоит ровно, а сверху оно... Здесь вот зазор меньше, здесь зазор больше. То есть, короче, качество постепенно... Скажем так, геометрии снижается. Ездить можно, но ничего страшного. Шатун тоже немножечко кривой. Я на нем прокатился. Вот эта вот педаль. Шатун, ну, сразу видно, что он выгнут. И ноге не очень комфортно. Клиент съездил в магазин. Сказал, что типа, ну, хочу поменять. Ему там сказали 10 дней. Он сказал, да ну нафиг, буду кататься так. То есть, в общем, немножечко кривой. Немножечко кривой, зато новый, модный и нормально настроенный, собранный. Теперь он поедет 2 года, как обычно, до следующего техобслуживания. Через 2 года надо будет втулочки смотреть. Скорее всего, износится трещотка и цепь. Ну и там по тормозным колодкам тоже посмотрим, что будет. И вилка тоже, видите, травит. Травит безбожно. Масла очень много. То есть постоянно протирайте ноги вилки, чтобы песок не прилипал. Такой небольшой обзор по Stern Motion 22 года выпуска.